Нынешнее лето уже неоднократно радовало любителей высоких температур. Однако у такого тепла есть и побочный эффект. Возрастает вероятность сильных грозовых дождей. В минувшие выходные это по полной почувствовали на себе жители Твери, собравшиеся отмечать День города. Минувший День города запомнится тверичанам не только всевозможными развлечениями, конечно же, салютом, он еще и запомнится небывалым потопом. Например, здесь, около нового моста, о нем сейчас напоминает только вот та небольшая лужа. Но еще сутки назад здесь было просто какое-то море разливанное. При этом затопило не только привычно проблемное место, проспект Победы, но и многие другие места города, где обычно ничего такого не бывает. Например, часть территории возле Центрального рынка, ну или Советскую улицу. В гидромедцентре признают, что местами, а именно в исторической части Твери, ливни действительно были сильными. За вечерний дождь выпало 22 миллиметра осадков. А если брать за весь день, вчерашний, именно по Твери я говорю, вот, то выпало 36 миллиметров осадков. При норме за месяц 75 миллиметров. Но тот же синоптики оговариваются. В принципе, ничего экстраординарного не случилось. Это вполне нормально для очень теплого лета, когда из-за высоких температур и сильного испарения влаги формируются мощные кучевые облака. Из них и проливаются вот такие осадки. Учитывая, что на календаре еще только середина июля, и вероятность повтора подобных дождей весьма велика, городским властям стоит действительно хорошо, не на словах, а на деле, прочистить ливневую канализацию.